По поручению губернатора Московской области до 1 июня этого года все незаконные рекламные конструкции на территории региона должны быть ликвидированы. В Ленинском районе их около 700, и сейчас сотрудниками рекламного отдела ведется активная работа по их демонтажу. От 150 уже удалось избавиться, остальные находятся в процессе. Но из-за несогласных собственников такой рекламы сроки демонтажа затягиваются. Срок действия размещения этого рекламного щита на пересечении улиц Олимпийской и Школьной истек еще 10 марта. Собственникам был предоставлен месяц, чтобы самостоятельно его убрать. Но результат, что называется, налицо. Щит продолжает стоять. Эта конструкция стоит с 2012 года, после торгов проведенных. Разрешение выдается на 5 лет, пролонгация разрешения не предусмотрена, только проведение новых торгов. Чтобы провести новые торги, обязательно условие Федеральной антимонопольной службы сначала очистить район и проводить торги уже на территорию, на пустую муниципальную землю. То есть мы не можем запустить сейчас торги, деньги в бюджет собрать, потому что мы не очистили район. Как только мы все конструкции снесем, мы можем запустить процедуру торгов. В рамках закона федерального имеем полное право демонтировать силами собственными. Но, как это обычно бывает, собственник незаконной рекламной конструкции не согласен с действиями администрации. Представители компании утверждают, что судебный акт они оспорили, и дело еще не закрыто. А значит, и решение, убирать или нет щит, пока быть не может. Акты оспорены, они в суде, и мы налицо порча нашему имуществу. Администрация не показала договора, на основании которого их делает своей работы. Также мы хотим обратить внимание на тот варварский способ, на котором оспариваемое имущество сейчас демонтируется. Оно просто уничтожается резаками и распиливается на металлолом. Каждая конструкция стоит в районе 150 тысяч рублей. И мы просто очень за нее нервничаем. Убрать их нежно и ласково на свой склад в течение 10 марта. Мария, мы предлагаем двигаться в правовом поле. В правовом поле мы двигаемся. Со всеми Давайте подождем, пока вы согласны еще раз на камеру подтвердить, что наши предписания оспорены? Я не согласна это подтвердить, у меня нет данных. Как бы собственники незаконных рекламных конструкций не пытались препятствовать исполнению закона, они должны знать, что такая судьба ожидает каждый их рекламный щит. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Видное ТВ.